Всем привет, друзья! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о коляске от немецкого бренда, не побоюсь этого слова, премиального бренда ABC Design. Модельку мы с вами сегодня рассмотрим. Swing модель правильно называется. Комплектацию будем изучать с вами два в одном. Колясочка действительно интересная. Здоровенная люлька, классный прогулочный блок, суперские материалы. В общем, по большому счету, все четенько. И учитывая нынешние реалии в ценах, то, что мы видим, дикий рост цен. Правда, я не знаю, когда вы будете этот ролик смотреть, может уже устаканится что-то, что маловероятно. Все же ссылка внизу в описании на First Buggy будет на эту колясочку, ссылочка. Проходите, смотрите актуальную цену в тот момент, когда вы будете смотреть этот ролик, там вы эту цену увидите. И также характеристики, все-все-все вы там точные увидите. Но все равно в двух словах характеристики вам назову. Гарантию, кстати, производитель дает на этот бренд целых 2 года. И она достаточно легкая при своем вот таком большом достаточно размере. 11,4 килограмма с люлькой, 11,2 килограмма у нас вес с прогулкой. Люлька, смотрите, 78 на 34, это большая люлька. И 22 килограмма выдерживает само шасси ребенка. И, кстати, что немаловажно, ширина колесной базы 60 сантиметров, то бишь любой лифт вы зайдете без проблем. Кстати, комплектация, давайте в двух словах, антимоскитная сетка на люльку и прогулочный блок, адаптеры для установки. Автокресло, люльки будут идти тоже в комплекте. Дождевик на прогулочку и на люльку будет в комплекте идти. Ну и сама коляска со всеми блоками, естественно. Начнем изучать мы с люльки. В любом случае, ей будете первой пользоваться. Что мне нравится, здесь есть хорошая удобная ручка в эко-коже, чтобы транспортировать можно было коляску, люльку без проблем. Давайте вот так я уберу. И покажу и вам изнутри. Еще, кстати, из приятных мелочей, которые мне очень нравятся. Я люблю, когда накидка на ножке у ребенка. С двух сторон отодвигаются у нас замочки. Я могу вот таким образом попасть к ребенку. Вот смотрите, очень большая люлька. Очень здоровенный, толстый, мягкий матрасик. Вот, в общем, с внутренним убранством здесь все очень хорошо. Повторюсь, ткань здесь прекрасная, что снаружи, что внутри, с тканями вообще никаких проблем, заморочек. Ну, естественно, эта накидка снимается при необходимости, само собой. Давайте посмотрим на козырек. Козырек, кстати, с защитой от ультрафиолета. UPF50+, называется этот стандарт. Также у нас, смотрите, можно увеличить его. Вот так вот. И мы получаем просто гигантский козырек. Вот что-то подобное нам предлагает бренд Bugaboo. У них тоже неплохие большие козырьки. Но здесь мы это получаем за прайс в два раза ниже. Вот у нас есть москитная сеточка проветривания. Можно устроить для ребенка в летнее время года. В общем, все классно. Люлька хорошая. Давайте теперь посмотрим на основание. Если у люльки снизу ножки, да, ножки у люльки есть, 4 ножки, можно смело ставить куда угодно, на землю ничего не повредим. О, спокойно поставили. Так, накидочка на ножки нам не нужна, убираем. Давайте теперь установим сюда прогулочный блок, посмотрим на него и потом уже посмотрим на саму раму. Прогулочный блок, друзья, здесь вот такой большой. Естественно, он реверсивный и по ходу, и против хода движения можно ставить. Это само собой разумеющееся в колясках 2 в 1. Вот у нас 175, по-моему, градусов. Сейчас посмотрю точно. 165 градусов и 115 сидячее положение. Козырек у нас тут такой вот. Сейчас я вам детально покажу. Подножечка, все нормально. Вот мы лежим, все четенько. Поднимаем. Еще одна секция у нас есть. Открываем ее. И получаем достаточно большой козырек. Вот что мы имеем. Кстати, в комплект еще входит вот такая вот накидочка на ножки. Она полностью внахлёст у нас снизу одевается. И полностью можно спрятать ребенка. Вот видите, даже снизу на дополнительном креплении можно все это подтянуть.
и полностью можно закрыть ребенка. Так, смотрите, что еще за опция у нас тут есть. Вот так открываем и увеличиваем накидку на ножки еще сантиметров на 10. В общем, накидочка тут на все 5 баллов, очень плотная, непродуваемая, естественно, непромокаемая. Ну как непромокаемая, если вы будете под ливнем стоять, она, конечно, рано или поздно намокнет. Вот, пятиточные ремни с мягкими накладками везде, все четенько. Бампер ВК-кожи, сама ручка тоже у нас ВК-кожи со строчечкой. Хват реально классный, толстая такая ручка. Что касается бампера, он у нас как калиточка откидывается и не останавливается где-то здесь, а уходит до конца, то бишь вообще не мешает нам ребеночка посадить. Так, теперь давайте с вами посмотрим на раму. Про регулировку ручки. Смотрите, телескопическая ручка под очень высокий рост. Вот прям вот, вот такой вот дяденька сегодня был в магазине, смотрел эту колясочку, ему отлично. Мне это высоковато, видите, локти так не должны быть, мне нужно опускать. Поэтому под любой абсолютно рост можно отрегулировать ручку. Даже при очень большом росте, при нормальной регулировке ручки, при быстром шаге мы не пинаем вообще никак раму. Это тоже очень здорово. Так, смотрите, что касается рамы, естественно, металлическая сборка хорошая. Я на самом деле уже давненько не встречал колясок, где сборка плохая. Хорошая качественная сборка, но здесь именно она прям очень хорошая, все-таки премиальный продукт, придраться не к чему. Колеса с возможностью блокировки, колеса не надувные, полиуретановые, мягкие, тихие, тихо реально коляска едет. В общем, в этом моменте здесь не придраться. Задние колеса, естественно, тоже. Хороший большой багажник, но удобнее доступ реализован здесь именно сбоку, потому что здесь вот рама усиления стоит, распорка. И вот, вот так только вот что-то небольшое можно положить, а что-то крупное можно положить здесь сбоку. Тормоз классический. Нажали, встали. Чуть-чуть подтолкнули снизу, разблокировали. В общем, классическая, нормальная человеческая рама. Так, давайте теперь посмотрим, как она складывается, потому что это важно, очень важно. Желательно убрать вниз ручку, чтобы она была компактнее по итогу. Можно сложить, естественно, отдельно раму, отдельно люльку, прогулочный блок. Но давайте попробуем сложить именно с прогулочным блоком. Чтобы по-человечески все сложить, нужно опустить горизонтальное положение и сделать вот так вот. Кнопочки здесь сбоку нажимаем, и она пошла вниз опускаться. Все, теперь нам нужно, чтобы было компактнее, подножечку повернуть в обратную сторону. Да, в принципе, вот что мы получаем. Для такой большой коляски вполне себе компактно складывается вместе с прогулочным блоком. Далеко не все коляски складываются вместе с блоком вот так компактно. Почти любую можно как-нибудь с блоком сложить, но чтобы она вот имела вот такой вот, такую возможность именно подогнуться и не выпирать из сложенной рамы, это на самом деле дорогого стоит. Поднимаем. Подножечку. Собственно, все. Можно ехать. Что касается моего мнения об этой коляске, если вы смотрели мой обзор другой модели ABC Design, то, наверное, поняли, что мне бренд понравился. Я даже, если честно, как-то никогда не придавал значения этому бренду, пока мы реально тесно с ним не познакомились. Потому что сделано очень качественно. Не побоюсь этого слова, как вначале сказал. Премиальный продукт, по-настоящему все очень хорошо сделано. Все для людей. Здесь, учитывая особенно стоимость, на текущий момент она выросла не так сильно. Я не знаю, просто отличнейшее предложение. И она легкая, действительно легкая, 11 с копейкой килограмм при полноразмерной коляске. Очень круто, и с таким качеством. В общем, ладно, хватит нахваливать, каждому свое, выбор, естественно, делать вам самим. Если обзор понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И хочу лишь пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Всем пока!